ағымдағы жылы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 5,8% өсті, оның ішінде тау-кен өндірісі 5,6%, өңдеуші өнеркәсіп 6,5% өсті. Тау-кен секторында түсті кең металдар өндірісінің көлемі 10,8% артты, темір кеңі өндірісінің көлемі 11,4% артты. Металлургия объем производства вырос на 7,1%, в черной металлургии на 7%. Рост производства цветной металлургии составил 7,3%, связан с увеличением выпуска свинца, меди, рафинированных титановых сплавов и слитков. Имеется рост объемов производства фармацевтической промышленности почти на 25%. Рост отмечается в производстве строительных материалов на 7,8%. Рост связан с увеличением объемов строительства. Так, общий объем площадей, введенных в эксплуатацию новых зданий, вырос на 52,4%. Рост машиностроений 1,8%. Мы ожидаем, что в течение года этот показатель будет расти. Снижение произошло в промышленности только по продукции химической промышленности. Снижение было 1,2%. Снижение производства на ТО «Казфосфат» в связи с уменьшением объема продаж на европейские рынки. В целом, по итогам 2017 года планируется достижение всех плановых значений ИФО по курируемым отраслям промышленности. По транспортному комплексу рост 3,4%, грузооборот увеличился на 5,4% и составил 125 миллиардов тонн на километров, пассажирооборот также увеличился на 3,1%. Наиболее существенный рост наблюдается в перевозке грузов железнодорожным транспортом, перевозка грузов выросла на 15,7%. По строительству индекс физического объема составил 107,1%. По всем источникам финансирования на жилищное строительство направлено 174 миллиарда тенге, рост на 13,8%. Введено в эксплуатацию 3 миллиона 100 тысяч метров квадратных метров жилья, что составляет 125% к аналогичному периоду 2016 года. Процент ввода жилья годовому плану составил 30%. И хотел бы отметить, что освоение финансовых средств за первый квартал по министерству составило 170 миллиардов тенге или 95,4% от плана.